Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 18-го каталога Faberlic. Он у нас трехнедельный, здесь мало новинок, но очень много распродаж. Итак, давайте разбираться. Новая лимитированная коллекция, да, у нас с вами в прошлом каталоге вышла, тушь классная, помада тоже хорошая, мы про это много раз с вами разговаривали. Наклейки крутые, я себе новогодние оставила как раз под Новый год, сделаю обязательно их. Сделала себе покрытие вот такое вот обычное, но правда с блесточками, мне кажется, под него вот этот вот декор, вот эти наклеечки будет очень круто смотреться. Еще хотела взять какой-нибудь голубенький лак, может быть возьму Офелия, да, чтобы некоторые ноготочки выделить, перекрыть, мне кажется, тоже будет красиво, посмотрю, потому что... Вот эти лаки с блесками, они очень хорошо держатся, от Faberlic точно. И вот эти старые, прошлогодние, они держатся очень хорошо и очень долго. Правда, стирать их потом неудобно. Любая тушь за 199 рублей, если выбирать из этих, я советую Xtreme. Она мне тоже очень нравится, это тоже мой фаворит Faberlic. Она действительно крутая, она действительно удлиняет, она очень густая. И такое ощущение, что там в составе есть какой-то вот гель, который очень круто удлиняет даже самые маленькие, коротенькие реснички. Много вкусных цен, глиттер у меня остался еще где-то с прошлого года. Маски вот эти брать не советую. Будет акция любые 2 за 245 рублей, да, потому что пробовала, потому что еле добила, потому что в составе очень много блесток. С лицом они не делают практически ничего, только легкое увлажнение. Но потом вот эти блестки у вас по всему лицу и даже самым плотным спонжем их очень тяжело убрать до конца. Они остаются на волосах, они застревают в пушковом волосе на лице. Поэтому, ну... Они не оправдывают ни свою цену, ни свой объем. Они очень маленькие, 30 мл. Да? На серию с витамином С будут желтые ценники. Советую, кто не пробовал, девчонки, серия хорошая на самом деле. И возрастной коже витамин С тоже подходит. Бьюти-кафе запасусь обязательно мылом жидким. Да? На парфюмерию ценники, кстати, советую присмотреться к этим двум водичкам. Они на зиму очень хорошо подходят на холодное время года. Сладенькие, классные, мне очень нравится бьюти-кафе. Каприз, он у меня стоит, я им с удовольствием пользуюсь. Малышки будут у нас по 189 рублей как бонус за покупку. Хорошая цена для знакомства с ароматом. И здесь у нас уже появляется и Элисар, и Мурмур. Вот кто не пробовал и хочет попробовать, да, за такую цену прям вообще очень шикарно. Футурия. Мне аромат понравился. Я вам уже говорила, что для меня он похож на Фаровый Эйвен. Кто-то из девочек писал, что он на каждому раскрывается по-своему. Любой аромат на каждом раскрывается по-своему, да. Здесь у нас уже цена повыше, но аромат интересный. Аромат действительно интересный, его хочется носить. Но я пока не беру полноразмерку, потому что парфюмов в доме очень много. А так бы, вот, девчонки, я взяла, честно, я бы взяла по пробнику. Кто-то писал, что пробник отличается с полноразмеркой, а буквально сегодня вот девочка написала, что один в один с пробником. Вот видите, у кого как говорится. Вот Мурмур тоже на теплое время года. Это ваниль с шоколадочкой, неприторная и очень интересная. Я не люблю сладкие духи, но вот Мурмур пользуюсь с удовольствием. 799 рублей цена для полноразмерки, это дешево. В Элисар выходит новинка, парфюмированная рассыпчатая пудра шиммер. Вы знаете, мне раньше нравился аромат Элисар. Я взяла поэтому полноразмерку, но носить его вот не могу, не знаю почему. Вот не могу носить, неприятно мне его носить, он у меня стоит просто так. Поэтому, конечно, вот эту новинку я брать не буду, но задумка очень интересная. На подарок, если кому-то нравится такой аромат, можно на страничке тем более протестировать, очень интересно, да? Можно почувствовать омофиличи, потереть. Хорошо, что Faberlic начал у нас хотя бы изредка делать такие парфюмерные странички. Спасибо ему за это. А в серию Aromia, девчонки, я влюбилась, честно. Я влюбилась и буду брать, тестировать дальше. Мне нравится все, что я покупала. Я хотела взять с шариком масла Афродизиак в прошлом каталоге. Не было. И мы с вами обозревали... Легкость движения. Цитрус у меня здесь. Цитрус я чувствовала почему-то сильнее всего. Ну и кедр. Что-то такое хвойное. Не скажу, что вот он прям сильно понравился, но все спреи и масла, которые я брала, я от них в восторге. Буду еще брать дальше, тестировать. Я прям распыляю в комнате и наслаждаюсь. Аромадиффузоры и свечки, конечно, дорого. Я их брать не буду. Меня вполне устраивает формат спрея. А так, я просто влюблена, девчонки, в эту серию. Жидкая матовая помада уже дорого в этом каталоге. Кто не успел, берите в этом. Цена очень классная. В 17-м, да? Она у нас с вами сегодня заканчивается. Палетку наливных помад вы мне раскритиковали, поэтому я ее брать тестировать не стала. Естественно, потуши. Новинка прошлого каталога. Глэмчик. Тушь хорошая, действительно хорошая, несмотря на свою кисточку, да, не силиконовую, она действительно классная, она круто удлиняет. Я не скажу, что она делает заоблачный объем, но удлиняет она круто.
Да, где-то к пятому, шестому применению она раскрашивается, и все здорово, реснички классные. Вот вы спрашивали на последнем видео, какая тушь. Пока пользуюсь этой. Но если выбирать между этой и First Class, конечно, First Class. Она у меня лежит коричневая в запасе, закрытая, еще запечатанная, и после этой буду, конечно, пользоваться ей. Такую больше не повторю, потому что есть лучше, но она тоже классная. Она действительно классная. Вы писали мне, что там другие блогеры критиковали ее, что она мазюкает. Но здесь надо приловчиться, как любой туши. Если вы привыкли к маленькой или силиконовой кисточкой, кисточки, конечно, вам будет вот это и неудобно. Но через несколько дней я приловчилась и уже бельки себе тушью не мазюкала, скажем так. Да? Вот еще у нас блестючие новогодние лаки, очень красиво. У меня есть из прошлогодней коллекции, по-моему, красная дорожка. С удовольствием его носила долго, еще без покрытия гель-лака. А вот тут вот сумочкой вот этот оттенок смотрится классно. В общем, под образ себе можно подобрать абсолютно любой оттенок. Они действительно классные, действительно долго держатся. Кисточки будут по распродаже. Я не беру, у меня есть из новой коллекции несколько, но мне так нравится прошлое, что я даже обновлять не хочу, потому что кисти из прошлой коллекции служат уже не один год верой и правдой. Да? Очень понравились девчонки ватные палочки. Я буду брать еще в запас. Почему? Потому что, сейчас объясню, в процессе использования я поняла все их плюсы и преимущества. Они здесь меньше ваты, чем на обычных. То есть ими удобнее чистить. Она намотана туго. Ее даже тяжело вот как-то сорвать или еще что-то, она нигде не застрянет. Я, то есть, и крестюшки маленькой вот этими ватными палочками, там могу носик почистить, ушки, не боясь, да. И твердая вот эта вот сама палка, которую хрен сломаешь, мы с вами пробовали, да, она не пластик, который гнется, может, в процессе использования, а вот прям твердая. Мне очень понравилось, вот действительно понравилось, поэтому я пока планирую только этими ватными палочками пользоваться. Серия One Week Miracle. Это моя любовь, девчонки. Вот на данный момент могу сказать вам смело и честно, что это лучшее, что я пробовала в Faberlic. Я вижу эффект. Причем эффект от сыворотки, я ее взяла попозже, да, через неделю где-то, а неделю пользовалась только дневным и ночным кремом. Эффект от сыворотки перебивает все эти крема вместе взятые. То есть, когда я пользуюсь сывороткой и кремами, вообще эффект обалденный, я его вижу. У меня лицо сейчас в идеальном состоянии, просто в идеальном. И тон, и мелкие мимически, и века подтянулась, разгладилась. Я в восторге, девчонки, вот просто в восторге. Эта серия работает, я могу сказать смело. Потихоньку по Faberlic Like можно набрать все себе средства. Я планирую по Faberlic Like взять себе крем для контура глаз и губ. Тоже хочу его попробовать, потому что я вам уже говорила в одном из видео, без сыворотки у меня веки отекали от этих кремов. Когда я начала применять сыворотку, у меня отеки прошли. Может быть, это просто совпадение, может быть, они у меня не из-за кремов отекали, как бы, да. И, может быть, по VIP-программе возьму вот эту маску. Тоже для шеи декольте, ультралифтинг, чтобы собрать всю серию и уже прям быть молодой-молодой красоткой. Так что, девчонки, мне вот даже по полной стоимости совершенно не жалко эту серию брать, потому что я убедилась, что она работает. У кого сохнет кожа зимой, рекомендую присмотреться к кислородному сиянию. Очень такой увлажняющий, питательный кремушек, и ночной, и дневной, для сухой возрастной кожи, вот если побюджетнее что-то хотите, вот, пожалуйста. Ну и, конечно, если есть шелушение, мы сначала кожу правильно очищаем, а потом уже увлажняем и питаем. Для комбинированной кожи я всегда рекомендую дневной кислородный баланс. Он действительно уменьшает выделение себума, у него есть даже такой легкий накопительный эффект. Аксиологи по желтым ценникам два продукта будет скидка. Я рекомендую здесь присмотреться к гамашу кислородное дыхание, он крутой. Мицеллярку, тоники я из этой серии не люблю. А вот кислородный гамаш – это моя любовная любовь. После него как будто кожа дышит. И на утреннее применение я прям обожаю им пользоваться. Одна из моих любимых линеек еще для кожи – это ретинол. Причем на холодное время года просто отлично. Для возрастной кожи, если тоже хотите эффект разглаживания, он действительно присутствует. Эта серия тоже рабочая. Но вот One Miracle, она мощнее, честно вам скажу. Буду, наверное, брать скребок гуаша. Не знаю, посмотрю, может, на Wildberries возьму, потому что я свой задарила, у меня выпросили, скажем так. И я теперь без скребка, а массаж все-таки хоть чем-то делать хочется. Шприцы тоже, кстати, рабочие. Смотрите, один из них будет со скидкой 40%. Стоп морщинам. Вот как раз его, по-моему, я и тестировала. Он работал, пока его применяла. Перестаешь его применять,
у меня кожа вернулась в первоначальное состояние, то есть у меня есть морщинка на лбу, и я на ней тестировала. Поэтому, но все равно, если продукт работает, пока применяешь, я уже как бы его люблю априори. У нас будет активная сыворотка для роста бровей со скидкой 239 рублей. Можно и для ресниц использовать ее. Я всегда беру одну и использую, когда по скидке идет. Они тоже рабочие. Просили недавно девочки отзыв. Наверное, они смотрят обзоры каталога, потому что я стараюсь почти в каждом каталоге это дублировать. Кислоты со скидками, кислотный уход для возрастной кожи, для кожи с пигментными пятнами. Вот этот уход очень хорошо подойдет. Кислоты, они борются с пигментацией и борются со старением кожи. Вот у нас с вами пилинг наш любимый. Здесь очень рекомендую. Первый шаг – это сама, собственно говоря, кислота. Второй шаг – это что-то типа скрабика или гамажа. Третий шаг – крем. Если нет возможности взять все три шага, шаг А. Очень крутой и тоже очень здорово работает. Вот такие новинки у нас появляются. К сожалению, не могу их вместе с вами протестировать, потому что я не кудрявая. Да, смысла брать нет. Но уверена, что серия будет хорошая, потому что предыдущая мне нравилась вообще просто. Обалденная маска для волос, которая просто дарит эффект ламинирования. Она просто шикарная. Я думаю, здесь средства будут не хуже. Девчонки, кто уже брал, да, и кто будет тестировать, напишите потом нам тоже. Я думаю, всем девочкам кучерявым будет интересно. Пообсуждаем эту серию, потому что, ну, я не могу, у меня волосы прямые, да. А так, мне кажется, должна быть достойная серия. Краски Faberlic Expert Color будут по желтым ценникам. При покупке двух у нас срабатывает желтая цена. Возможно, возьму в запас свой любимый оттенок 7.3. Но я его почему-то... А, вот он, не вижу. Вот он сейчас у меня на волосах, пряная корица. Уже второй раз покрасилась. И довольна, и от цвета от этого просто тащусь. А вот эти средства мне не понравились. Мы с вами их тестировали. Да, ботаника лучше, новая зимняя. У меня почему-то пушатся волосы, они плохо укладываются после этой линейки. Вроде как в процессе применения бальзам разглаживает волосики, шампунь хорошо промывает. А по факту вид головы какой-то вот неопрятный, знаете что. Поэтому мне не понравилось вообще, не знаю даже как добить, потому что рука к ним совершенно не тянется. В малышковой линейке будет скидочка на крем для мамы и малыша. Обязательно возьму себе в запас. Мы его всей семьей обожаем. И гель для купания младенцев тоже запасемся. Также детские пасты по 69 рублей. Вообще цена сказочная. Возьму какие-нибудь приправки еще попробовать обязательно. Соусы едим с удовольствием, но кроме чесночного. Кому-то нравится пикантный чеснок, мне не понравился, потому что кислит. Поэтому я его не очень. А вот дочь прям... обожает сырный, но она всегда любит этот сырный соус во всех там кафешках, когда ходим и так далее, поэтому она прям все ест с этим сырным соусом, возможно, я его еще возьму, потому что он у нас очень быстро заканчивается. По БАДам, девчонки, что хочу сказать про экстракт бузины. Я, наверное, как раз перед заказом начала подкашливать, ну, где-то, может, подстыла, думала, заболею, начала пить экстракт бузины. И кашель стал сразу, буквально, ну, наверное, на следующий день таким хорошим, влажным, мокрота начала отходить. И я не знаю, как насчет иммунитета, но отхаркивающий эффект точно есть. Цитроактив никак не начну пить, стоит, все время забываю, потому что надо во время еды. Я во время еды как-то стараюсь не пить, потому что это не очень хорошо, не очень полезно. Блин, не знаю, как его применять, но придется пить во время еды, да? Стоит. Потом вам обязательно отзыв дам, что да как, но мы уже с вами попробовали, он очень горький, пить его не так приятно, но... надо. Да, вот такие новиночки. У нас омега форте и витамин D3. Хочу взять и то, и то. Витамин D я пью сейчас вегантол вместе с детьми. Он очень, кстати, классный, хороший и стоит недорого. Но хочется и вот этот попробовать. Сейчас зима, мы страдаем без витаминчиков, поэтому надо оздоравливаться. Я вам уже много раз говорила, я БАДы Faberlic обожаю. Они действительно классные, я от многих вижу эффект, поэтому да. Вот такие новиночки тоже хочу взять, поставить себе на кухню, надо купить. С держателем у нас интересно. Многофункциональные салфетки, наверное, навряд ли, да? Хочется их потестировать, написано, что даже многократно можно применять и стирать. Целлюлоза из бамбукового волокна. И вот такие новые тряпочки в двух размерах у нас с вами. Из джута. Большая и малая. Тоже, скорее всего, возьму. Потому что сейчас как-то хочется обуютить свой дом. Вот такие наборчики классные. Мне понравились коврики для ванной. 699 рублей со скидкой. Не знаю, подумаю, посмотрю. Вот этих гномов я уже ловлю. Какой каталог? Нету их на складе. А хотела деткам взять поиграться. А вот нету. Мало новинок, но много вкусных цен. Каталог у нас с вами такой огромный. Тряпочки со скидками будут. Тряпочки Faberlic действительно достойные. Порошочками запасемся, как всегда, кондиционерами. Куда уже без этого? Это только Faberlic. Да? Одежда. Я всегда ее пролистываю, потому что мало что мне Faberlic нравится, и мало что из одежды я беру. В конце у нас с вами будут вкусные цены, как всегда. Белье новое тоже не могу поймать на складе.
Вот такие девчонки, я взяла себе термолеггинсы и никак не могу их протестировать на улице, насколько они хорошо держат тепло. Потому что у нас сейчас тепло, и я хожу как бы в спортивном костюме гулять без леггинсов. Как только морозы усилятся, я обязательно их протестирую и вам расскажу, насколько хорошо они держат тепло. Нравится задумка Family Look. Свитшоты, кажется, мне будут очень классные. Я сначала думала, может быть, такие себе с Ксюшей взять. Потом, блин, у меня так много свитшотов, наберу ненужного. А надо брать нужные. Носки классные, девчонки. У меня Ксюша, правда, сказала, что колется. У меня обычные вот такие синие. Здесь зеленые нарисованы, да? У меня синие такие. И вот такие вот, только тоже с синим рисунком, с оленями. Олени помягче, чем вот эти. Вот в этих прям шерсть чувствуется сильно. И дочь у меня не стала носить, сказала, ей колется. Но я ее на улицу все равно буду заставлять одевать их, потому что я пошла гулять в носках, в этих. Было достаточно холодно, гуляла я часа три, как всегда, с коляской, да, и у меня ноги вообще не замерзли, и мне было даже жарковато. То есть, действительно, шерсть, она держит тепло, вот, ну, классно, мне понравилось. У меня таких носков еще не было с таким составом, а даже если были, то, возможно, не с таким, и так вот прям не грели. Поэтому, если будут на складе, возьму еще тапок, тоже не было уже какой каталог. Если будут, обязательно возьму и себе, и Ксюше тапочки какие-нибудь. Ну, вот пока тишина. Смотрите, у нас с вами только шампунь в каталоге, да, бальзам то ли разобрали уже, то ли они его просто не напечатали, но по поводу вводите ботаника, и вам выдаст. Просто многие девчонки у меня спрашивают, они не знают, что можно купить товар не только из каталога. На сайте представлена вся продукция Faberlic, в каталог ее вместить просто нереально. Поэтому, если вам нужен шампунь, вот этот и бальзам, просто в поиске вводите бальзам или по артикулу, я его уже не помню, но в обзоре прошлого заказа можете посмотреть, я вам говорила артикул. И я думаю, он найдется. Да? Маска вот эта мне не понравилась, а вот эта серия, она вообще просто великолепная. Желтые ценнички на Lovely Moments. Возможно, еще будем брать бомбочки, потому что Ксюша то и дело их просит. Коллекция, кстати, красивая. Но вот ложки-вилки я такие бы не взяла. Все остальное мне очень нравится. Тарелочки прям, ну, очень красивые. Но дороговато. Дороговато. Стеклянную доску хотела взять из этой серии. Тоже не было на складе, к сожалению. Да? Ну вот и все, мои хорошие. В этом каталоге у нас вот такой подарок будет для новичков. Это еда, это вкусняшки, это кофе, это новый шоколад, это чай, черный чай, ванильное яблоко, 20 пакетиков. Неплохой подарок, хочу я вам сказать. Кто еще не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Регистрируйтесь, будем общаться. Надеюсь, обзор был вам полезен. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока и берегите себя.